У природы нет плохой погоды, но это, по мнению лириков, для обывателей же, особенно тех, кто попадает под ее удар, несколько иное мнение. В чем мы с вами сегодня и вчера могли не раз убедиться? Белоснежное цветение яблонь, а рядом самые настоящие сугробы. Это видео снято в 100 километрах от Астаны, в городе Аколь. В самой же столице в тот день были жидкие осадки. И участки дорог, где есть проблемы с ливневой канализацией, превратились в грибные каналы. Похожая ситуация после дождей возникла местами и в Шымкенте. Кроме того, солидную часть территории страны на выходных накрыли холодные воздушные массы.